Привет! Сегодня я хочу рассказать о сервере HP ProLiant Dell 360 G9. Это производительный и надежный сервер для различных приложений и задач. Данный сервер построен на базе процессоров Intel Xeon E5-2600 версии V3 и V4 с возможностью установки до 24 ядер на один сервер. Сервер поддерживает до 3 ТБ оперативной памяти. Всего в нем слотов 24 по 12 разъемов на один процессор. Благодаря этим характеристикам сервер HP ProLiant Dell 360 G9 обладает высокой производительностью и способен обеспечить скоростную обработку данных. Сервер HP Dell 360 G9 обладает высокой степенью настраиваемости и позволяет покрыть большую часть потребностей любого пользователя. Сервер снабжен 4 сетевыми портами 1 гигабит и одним портом IPMI для управления данным сервером удаленно. У них своя технология, у HP IO называется. Также он имеет гибкие возможности подключения дисков как SSD, так и SATA дисков. SSD диски подключаются формата 2,5 дюйма на передней стороне. И они идут в таком закрывающемся, в такой корзинке небольшой. В данный момент установлены диски на 480 гигабайт от компании Samsung. Фирменные специально для HP. Также сервер оснащен двумя блоками питания, чтобы обеспечивать надежность и дополнительную защиту от сбоев в работе. Блоки питания на 500 Вт. Сертификата... не вытаскивается. Сертификата 80+, Platinum. И получается, что по умолчанию всегда работают два блока питания. То есть износ идет равномерный. Соответственно, менять вам придется, возможно, потом уже, через какое-то время, оба блока питания сразу. Но, как правило, один блок снаживается быстрее, чем второй. Ну, лет на 10 вам их точно хватит. Размещайте в правильном дата-центре, такой как Galaxy Data. Конструкция сервера улучшена по сравнению с предыдущими моделями и обеспечивает более эффективную работу вентиляторов и снижает уровень шума и повышает энергоэффективность. Это значит, что здесь установлено сейчас 8 вентиляторов, извиняюсь, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вентиляторы поддерживают горячую замену. Их можно вытащить прямо, когда сервер работает, и поменять. Установлено уже в серии G9 фирменные компании японской NIDEC. Они очень надежные. За всю мою работу практики, там лет 5-10, они ни один не выходил из строя. Самая хорошая фирма по надежности. Также в сервер мы установили U2 диски, но уже в PCI слоты. Вот есть такого формата переходник, где можно два диска поставить. Но, к сожалению, HP не поддерживает технологии X8, X8 и не может поделить одну PCI-линию X8 либо X16 на несколько. Соответственно, нам приходится ставить отдельно. А отдельно это вот такого формата идет. X16 и уже PCI-4.0 поддерживают. Сейчас здесь приобретены диски PM9A3 2,5 на 1,2 терабайта версии PCI-4.0. Но PCI-4.0 они не будут работать, потому что данная платформа поддерживает максимум версию PCI-3. Поэтому будет работать только PCI-3.0 версии. Также у сервера есть встроенный RAID-контроллер,
который позволяет создать рейд нулевой, первый, десятый, пятый, шестой. И есть батарейка. То есть в случае пропадания питания данные у вас не пропадут. И они сохранятся на... Контроллер, точнее, успеет дозаписать на диске информацию. В целом все меняется. Даже PCI-карта, этот переходник, он отдельный. Его можно снять и спокойно в него установить, так как вам нужно и удобно, любую карту расширения. То есть вот так берете, вставляете, и можно обратно установить, не боясь что-то повредить. Все винты формата Torx, это вот фирменное, чтобы, видимо, не лазили отверткой. Ну и в целом, я сейчас переходник один уберу. В целом, как он выглядит? Он тяжеленький. Сзади и спереди. Также мы еще сделаем тестовые пролеты над сервером, где покажем, как он выглядит. Сейчас вы, наверное, увидите на экране. Ну, то есть, вот вы сейчас видите на экране 10 возможность установки 10 SATA дисков. Сейчас тут вставлены заглушки. То есть никак не ставят. То есть тут только два диска можно сейчас подключить. Ну и в целом оперативная память формата DDR4 до 2400 поддерживается, но сейчас стоит 2133. Ну и в целом все, наверное, все, что я хотел сказать. Всем спасибо. Приобретайте серверы в компании Galaxy Data. Мы всегда предоставляем проверенное, тестированное оборудование, и у вас всегда есть возможность после покупки установить данный сервер в наш дата-центр и получать 100% доступность вашего оборудования и 100% работу ваших приложений. Также у нас есть отдельная услуга системного администрирования, где вы сможете нанять наших системных администраторов и обслуживать данный сервер либо удаленно, либо он физически будет приезжать, что-то там менять, если что-то сломалось, либо наоборот, вы хотите добавить диски. Так, всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока. Привет! Сегодня я хочу рассказать о сервере HP Proliant Dell 360G9. Это... Блядь... Он зачесался! Еще раз давай. Привет! Сегодня я хочу рассказать о сервере HP Proliant Dell 360G9. Привет! Сегодня я хочу рассказать... Че такой хмурый, блядь? Надо быть не хмурым, а красивым. Давай вот так делаем. Thank you.